А что ты чихаешь? На тебя чихулька напала. Давай йогурт. Да? Йогурт? Завтракать? Смотри, весь пол зачихал. Это Сережин завтрак. Да, это Сережа будет завтракать. А тебе сейчас ряженочку вот. Да? Будешь ряженочку? Ой, какая вкусненькая. Да ты ж мой одуванчик. Да ты ж моя солнышко. Как ты поспала? А? Как ты поспала, моя девочка? Давай. Давай. Вот так. Давай, покушай. Если не наешься, я тебе еще подолью. Еще есть две пачки. Серега закупил с ряженкой. И же моя красавец. И умница. Вот когда у самоеда линька, происходит вот такое вот. Везде. Это тарелка. Это ваша. Кушай, кушай. А ты чё? Тихо. Только кэт. Ещё рано. Огурчик стыбрить у тебя. Там. Миша, кто пукает? Под аппетит, да, вам, хозяева? Ой, собака. Садись. Лежать. Спать. Спать, как ты спишь. Спать. Вот так спит собачка. Вставай. Сиди. Лапку. Вставай. Давай, сидеть. Лапу. Ой. Полы намыло скользкие. Да, полы скользкие. Давай, что тебе? Вот, вишенки. Ой, какая вкуснятина. Вредненького на завтрак собачки. Собачка-бабачка. Еще сочнички сделала. Mm-hmm. Они очень вкусные. Но творог вот этот вот... Не покупаю больше вот этой фирмы творог. Я вот купил, чтобы есть. А я сделала. А я думала, он лежит уже два дня. Надо приготовить что-то, извини. Ты хотел его есть реально? Mm-hmm. Ну ты мне в следующий раз надо предупреди. А то я наоборот его приготовила. Да, с мамой наготовила сочничка. Еды на ночь. А я думал, я купила. И какая чувак, она гулять идет. Тихо, беговкой. Суббота у людей, люди спят, отсыпаются, а ты гавкаешь. Беговкаешь собаку. Мокро, да, Миш? Блин, плохо, наверное, со средством. Заходи в лифт, а то не закроется. Заходи, моя дорогая. Ух ты, моя рыбонька. Отрастает уже шерстка у тебя? Мне кажется, она в этот раз полиняла не так сильно, как вот летом она линяла. Вот черный волос у нас растет. И-и. Летом было больше лысых мест, честно, какая-то более такая пушистая. Как сложно, когда просыпаешься утром, а на улице темно. Очень как-то морально тяжело. Снежок выпал. Такой мокрый. Можно снеговика лепить. Пару дней назад я видел, как так снегу куча пошевелилась.
Что шевелилось? А как она могла? Из-за там чего? Крот? Крот? Ну да. Вот, в смысле, иди. Реально? Это... Да, что ты врешь? Видишь, свежая земля. Ты... Миша, иди сюда ко мне. В смысле? Это крот копает. Какой крот? Реальный крот? Чего ты врешь? Ты шутишь, что ли, Сережа? Ты это шутка? Да не шучу я. Ты видел? Ты ни разу не видел кроташ? Ну в Москве откуда крот? Ну, вот здесь завел. Серьезно? Обалдеть. Сразу появилось предновогоднее настроение в связи с выпавшим снегом. Это кто? Ай, Мишутка! Ай, дорогой! Миш, а у тебя новогоднее настроение есть? Бедный Мишка. Миш, что скажет? Что такое наделал хозяин? О, иди, иди, заходи купаться. Давай, Ляна. Ты чего, жнешь волшебный пендель? Иди купаться. Сейчас я разденусь, приду. Жди. Жди. Вот сюда вот. Ой. Что это за медвежонок такой? Ты такой жирненький, не поднимешь. Жирненький. Медвежонок. Сколько не будем? Аккуратно какал. Все, бабушка. Все. Как хорошо снежное время наступило. Особо мыться не надо, потому что чистенький, да? Ты чистенький, Миша. Я сейчас поставила, полы помыть хочу еще. Давай вылезай аккуратненько, подожди. Подожди. Вот. Давай аккуратненько. Ага, аккуратненько давай. Ага, все. Садись. Сидеть. Давай. Лапу. Лапу. Но это такое ощущение, что оглохло вторую, да. О. Все. Стой, подожди, попу вытру. Все, из задней лапы промахнули. Сиди. Шуруй. Это бесстыжая мадам. Сперла у меня печенье. Я себе положила печеньку вот сюда. Ушла. Возвращаюсь, она уже стоит с этой печенькой. Увидела меня, бросила. Ушла прятаться. Вот это у нее наказание. Вот это теперь печенье будет у тебя весь день под носом лежать. Но если съешь, тебе пипец будет, поняла? Что такое? Почему ты украла печенье? Кто здесь ворует? Те, что не дают? Я тебе целый день что-то даю. То одну вкусняшку, то другую. А ты мое воруешь. Ты же знаешь, что это мое. Ты же знаешь, что нельзя это брать. Почему берешь печенье? Вот отсюда взяла печенье. Почему? Бесстыжая. Как тебе не стыдно, а? Короче, поставлю камеру. И... Ну-ка, нельзя. Нельзя кушать это печенье. И посмотрю, скушаешь ты печенье или нет. Уйду сейчас там, буду сидеть на кухне. И посмотрим, как ты. Хорошая ты собака или плохая. Нельзя печенье. Мое.
Ну что, не сожрала? Ждешь? Ну, вот теперь весь день будешь так с этим печеньем в обнимку. Нельзя печенье, это мое. Чё ты мне так смотришь? Жопа за ручкой. Ну ладно, кушай теперь. Кушай, можно. Ну можно, кушай. Ну я серьезно не шучу, раз ты его уже взяла, чё его теперь беречь? Ну ладно, я смотрю, ты уже сейчас заплачешь прям. Ну все, не плачь. Все. Я перестала на тебя обижаться. Ты ж молодец. Кушай. Кушай. Можно. Я не шучу. Кушай. Вкусно. Вкусно? Вкуснятина же. Ну, разрешаю тебе кушать. Серьезно. Миша. Миша. Это Миша. На. Ну, вот довольная морда. Я бы его, конечно, не давала ей, потому что зачем ей сладкое, но она его обслюнявила, когда она его первый раз тырила. Выкидывать жалко. Вкусное печенье. Ну, чтобы больше такого не было, поняла? Миша, Миша, послушай меня. Чтобы вот отсюда ничего не брала больше, поняла? Это было мое. Как же было твое, стало мое. Самодетские взаимоотношения. Ну, что сделаешь? Ну, что сделаешь? Ну, люблю собаку. Ничего не могу с собой поделать. Люблю, не хочу обижать собаку такую. Хочу, чтобы ей было хорошо. Моя собака. Я самодеда чесала на пледе. В общем, это была огромная ошибка. И, в общем, теперь весь такой плед, который нужно оббирать. Я его уже два раза постирала. Думаю, ну, наверное, с первого раза просто не отстирался. А он нет. Вот так вот поналипло, и теперь все. Так что да, это ошиблась я. Покрыли лаком вчера с Серегой. Ну, мне кажется, отливает как-то не очень. Здесь какой-то персиковый цвет проявился, хотя вроде я белым делала. Ну, ощущение, что нужно прям перерисовать немножко. Знаете, еще ничего. Вот. Ну, березки вполне себе. Так что вот уже три штучки готовы. Такие вот игрушечки. Такие вот игрушечки на елочку повесить. Ну, там и пирожные купили, продавала. Ты запомнила, что такие, знаешь, корзиночки продавали. Mm-hmm. Вот. А, значит, потом на следующую субботу приехали, а денег нету, да? Mm-hmm. Ну и, значит, это самое, ты из автобуса выходишь и по лесенке, хуяк, бегом, значит. Mm-hmm. А я, значит, за тобой бегом и это... Обратно тебя заворачиваю, за руку вниз спускаю, вот, а ты как закричишь, пироженка, а сколько мне лет было? Ну, не знаю, может, лет 4-5 было, и спускался какой-то негр, значит, там с этой лестницы. Он так быстро мотнулся тебе эту корзиночку купил, да. И принёс. А мы с папой ржали вообще. Так что это пирожное. А ты не помнишь, да, мать? Нет, конечно, мам. Так это вот пирожное-пироженька, это оттуда, мать. Mm-hmm. Ты так отчаянно закричала на пироженке.
Ну, вот Миша тоже еще. Тут у всех пирожные пироженьки, а у него нету. Он еще в булочной приметил. Смотрите, у нас доставка еды. А что ты ее туда посадил, Зоюш? Она только так могла ехать. Она это бежала, да? Не хотела? Она домой хотела, я домой? Посадил, и мы его всю дорогу. Все оборачиваются, смеются, пальцем вверх показывают. Мишунь, ты прокатился, катался, да? Мишунчик, ой, ты молодец. Чё привёз, моё хорошее? Что там у тебя? Ой, сколько вкусности. Ой, ой, аккуратненько. У меня тут подарочек новогодний подоспел. Или это просто подарочек? Это новогодний или не новогодний? Так как хочешь. Ну как? Предновогодний. Миш, замолчи. Тихо, все комментируешь. Заткнись, заткнись. Сейчас тебя постараем. У Серега уже бодрячком, уже никакого коронавируса. Шило в попе. Поехал. Смотри, какая сумочка. Вау. Прелесть. Да? Мужик говорит, только недавно начали вот эти чехлы вообще делать для вот этих штук. То есть, ну, так они были просто в коробке. То есть, ну, было бы, ну, то есть, когда ты поработал, поснимал, надоело, собрал. А, то есть, можно, типа, собрать и убрать, да, чтобы не стояло, не пылилось. Все компактно. Дорогая, Заюш? Сколько она стоит? Разница. А, ну это значит прям подарок-подарок, раз не говоришь, сколько стоит. Ну сильно дорого? Или средний? Пульт. О, пульт. То есть можно с пульта включать будет? Да. А, типа, еще разный свет, да, наверное, да. Она горит разным светом. Вот две крутилки, вот и яркость. Угу. А вот. Класс. Ну, конечно. Так. Ну, по сложившейся традиции. О, владелец пельменя. Всегда Мишке скажу один пельмень, когда ем. Вкусно тебе? Еще половинку. Ну, не кричи. Все, уже ничего нет. Половинку еще тебе дам. Вот. Половиночку. Половинку. Моя.